Привет, друзья! Сегодняшний видеоурок посвящен дабстепу, как играть дабстеп на варгане. Довольно не самая простая техника, не самый простой стиль, но можно понять хотя бы азы и потом уже творчески в этом развиваться. В первую очередь дабстеп – это ритм. Такой ритм. То есть нужно представить вот буквально вот более проще, да, вот такой темп в голове, да, задать. И далее под этот темп уже комбинировать разные техники игры, разные платформы. То есть то дышать ртом, то дышать носом, то задерживать дыхание, при этом попадать в этот ритм. Но можно начать с дыхания ртом, можно начать, например, с самой простой техники, но эффектной, пулеметное дыхание. Например, то есть для этого, конечно, нужно овладеть пулеметным дыханием так, чтобы равномерно тычками воздуха, да, владеть и на выдох, и на вдох. 3-4 тычка, чтобы получалось. Вот так вот, да. Ну, самые простые упражнения для того, чтобы овладеть этой техникой, уже были в прошлых занятиях. Ну, напомню, да, самое простое. Три тычка на выдох, три тычка на вдох. Если у вас получается, то дальше уже можно смело пробовать вот это, да. И, соответственно, вот так, как я до этого показал, можно уже в дабстеп окунаться. Давайте сейчас включим бит. Кстати, биты я отправляю всем в подарок, всем, кто приобретает варганы моего изготовления. Всем биты в подарок идут. Биты разных стилей, и постоянно они пополняются. Да и вот сейчас ритм дабстеп. Соответственно, на пулеметном дыхании пока что буду делать, и потом уйду в импровизацию на разных платформах. Теперь буква Л, то же самое. И вот снова пошел дабстеповый рисунок. Yeah.
В общем, друзья, кому интересно, пишите в личку, вышлю этот бит отдельно, чтобы вы тренировались. Кому интересен стиль дабстеп на варгане. Всем спасибо за внимание.